вслед за ней, получивший оценку 16-175, выходит на помост Наталья Зиновьева. У Натальи есть титул чемпионки мира, между прочим. Чуть позже о нем. Это любопытно. Упала в такт. Эпатажная цыганка получилась. Исполнительная коллега. Эпатажная, не эпатажная, а чемпионка мира она была в групповых упражнениях. Аж в 2002 году. Тогда украинская команда выиграла финал слэм. Вот так. Было время, мы с Лейсан уже об этом вспоминали, когда эта безумная энергия Натальи хватала на то, чтобы выходить за себя, потом быстро выдыхать и становиться в групповой. И еще за того парня. Да, вряд ли это здорово с точки зрения подготовки. Конечно, это не здорово, это только... Но тем не менее, золотая медаль чемпионки мира у нее есть. Растрачивает ее энергию. А также и состав группового упражнения привыкает к ней, а потом резко она уходит в личное. Потом резко нужно искать замену Наталье Годунковой. Это все говорит о шатком положении группового упражнения на Украине. Оценка у Натальи хороша. 16-875 хороша по сравнению практически со всем тем, что мы наблюдали до того. Однако у Алии Юсуповой сумма выше. После трех упражнений Алия опережает Годунко на пол.